хотел просто процитировать одно маленькое стихотворение. «И навечиться неумение быть всех модней и современнее, скрывая жалкие возможности под одеянием ложной сложности. И ходит с головой поднятой, и водит кистью, как попало. Она мечтает быть непонятой, ее поймут, и все пропало». Это стихотворение было написано замечательным поэтом советским Евгением Винокуровым 45 лет назад. Но мне кажется, что это стихотворение актуально и сейчас. Потому что сегодня вечером вы не увидели разбитых музыкальных инструментов на сцене, да? Вы не увидели рояля с забитыми в него гвоздями и шурупами вкрученными, те тенденции, которые сейчас, в общем-то, присутствуют в нынешней современной школе, композиторской в частности. А говоря о сегодняшнем концерте, хочется процитировать слова того же самого поэта Евгения Винокурова. «Чтобы быть традиционным, надо иметь талант, надо иметь силу». И тот композитор, которого мы сегодня приветствуем, который находится сегодня с нами в зале, он как раз-таки является композитором абсолютно традиционным с точки зрения его композиторских навыков, его композиторских эффектов. И вы посмотрите, насколько современно и насколько актуально звучит та музыка, написанная при помощи тех самых приемов, которыми пользовались композиторы 300 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад. Мы с Гиллилендом, с Алланом Гиллилендом познакомились 7 лет назад, и это было совершенно случайно, потому что в оркестр капеллы, где я работал тогда, приехал выдающийся американский трубач, который на инструменте Yamaha сыграл концерт для нас совершенно неизвестного композитора Алана Гиллилэнда из Канады. Потрясающий концерт для трубы с оркестром. И у руководства капеллы возникло желание познакомиться еще с произведениями этого композитора. Потом Алан приехал к нам в капеллу, он был на концерте, где звучал его концерт для двух арф с оркестром. Потом в репертуаре капеллы появился вот этот концерт для кларнета с оркестром. И мне очень приятно, что вот в этом фестивале, когда зашел разговор о том, что мы бы хотели пригласить какого-то современного композитора из-за рубежа, чтобы познакомить публику с тем, что происходит сейчас в мире, мне очень приятно, что Алан со всей его семьей приехал сегодня в Ульяновск для того, чтобы быть на этом концерте. Это для нас большая радость, это для нас большая честь. В завершении я бы хотел, конечно, высказать слова благодарности. Во-первых, Алану за то, что он не побоялся ехать к нам в Россию. Да. И, конечно, с радостью откликнулся на наше приглашение. Вот. Я хочу поблагодарить от всей души художественного руководителя фестиваля и директора Ленинского мемориала Лидию Геннадьевну Ларину за то, что благодаря ее усилиям, благодаря ее участию, этот приезд стал возможен. Я хочу поблагодарить замечательного кларнетиста Виктора Вершаи, да, который так ярко исполнил это произведение. Я хочу поблагодарить замечательный коллектив Ульяновский академический симфонический оркестр «Губернаторский». За то, что он очень трепетно и с большой любовью, с большой теплотой, с большой отдачей отнесся к авторскому замыслу, и мне показалось, что очень многое нам удалось воплотить. Я хочу поблагодарить также всех вас за то, что в этот вечер вы нашли возможность и не побоялись прийти в наш концертный зал для того, чтобы послушать сочинение неизвестного, наверное, для многих из вас, композитора из Канады.
Вот. Я надеюсь, что вы поняли, что современная музыка — это не так и страшно, потому что симфонический оркестр в настоящее время, он должен играть современную музыку, и он должен знакомить слушателей с последними, с новейшими тенденциями. И я должен открыть маленький секрет, что по результатам нашей работы у Алана Гилленда возникла идея написать произведение для симфонического оркестра, посвященное нашему губернаторскому академическо-симфоническому оркестру. И мы очень рассчитываем на то, что вот наша встреча здесь, в этом зале, в Большом зале Ленинского мемориала, что она не последняя. И в завершении нашего концерта мы бы хотели исполнить пьесу Алана Гилленда, которая называется «О, Канада». Это произведение было заказано автору, и в основу его лег канадский гимн. Но это произведение написано в достаточно свободной форме, где впоследствии именно появляется мелодия гимна. Мы не хотим, чтобы это было воспринято как какая-то политическая акция, просто мы первые протягиваем этот мостик дружбы к нашим дорогим друзьям из-за океана. Поэтому в заключении этого концерта вы услышите произведение Алана Гилленда «О, Канада». Большое вам спасибо.
But in my, where I live in Canada, it's not required. Okay. If you grow up in Quebec, Montreal, you're bilingual. Western Canada. Yeah. Unfortunately, I feel bad, which is both questions. Well, it's very nice to meet you guys. Good luck. Yeah. Nice to meet you. Что недавно он стал деканом факультета искусств университета МакЭвен. Что он преподает и какие у него ученики? So right now I work at a place called Grant McEwen University in Edmonton. В данный момент я работаю в университете. And I am the Dean of Fine Arts and Communications. Я являюсь деканом искусства и коммуникаций. So in Canada, a dean oversees an entire faculty, and this faculty happens to include music, theater, fine art, communications, and journalism. В Канаде такая система, что декан ответственный за театр, театр, музыка. Спасибо. Алан, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь исполняли что-то из русской музыки? Или, может быть, у вас есть какой-то любимый композитор из числа русских композиторов прошлого или настоящего? So, actually, some of my favorite composers are the Russian composers. Being a trumpet player, some of the best brass writing in orchestral repertoire is written by Russian composers. Вообще-то, самые любимые музыканты, как правило, все русские музыканты. И вы знаете, что я играю на трубе. And so, I've always loved Tchaikovsky, Stravinsky, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff, all very, very favorite composers of mine. Those words you understood. Alan, скажите, пожалуйста, в каких странах мира вы побывали? И первый раз в России или нет? This is my second time in Russia. Это мой второй визит в России. I was here 5 years ago working with the maestro in the Capella Orchestra in St. Petersburg. 5 лет назад я был в Петербурге, работал с коллегой. But I've been lucky enough to have my music played in pretty much every continent except Africa. Я настолько был, мне повезло, что мою музыку играли практически на всех континентах, за исключением Африки. And so I've had a chance to go to most places to hear my music played, but this is exceptional to come all the way to Russia. And what's really special about this night is often when a composer has a concert, you get one piece on the program. It's very rare for a living composer to have a whole night of music, of their own music played, which is a real honor. Мои концерты в России нечто особенное, потому что каждый раз у меня есть возможность как бы посвятить весь вечер моей музыке, отводит значительную часть моей музыки. Спасибо. Но если кто-то из наших слушателей готов задать вопрос, мы предоставим вам микрофон. И если нет, то продолжим беседу уже в начатом формате. Так, вот у нас появились вопросы. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Скажите, пожалуйста, ваши произведения имеют интересные программные названия. О чем они и над чем они заставляют задуматься слушателей? Спасибо. Все о нем? Все хотите произведения знать? О чем? Или какие-то? Yeah, so we're playing 5 works by me tonight. One of them is not originally by me, it's the Canadian National Anthem. Сегодня мы будем играть 5 произведений. Одно из них не является моим, и это канадский гимн.
So of the other four, one of them is called Dreaming of the Masters. Один из них называется «Грёзы о мастерах». And I've written now four Dreaming of the Masters, each one a different concerto for a different instrument. Я уже написал четыре произведения в рамках «Грёзы о мастерах». And this one you're going to hear tonight is a clarinet concerto. Сегодня мы будем исполнять кларнет, играть. And the concerto is inspired by jazz masters of the clarinet. И вдохновение пришло от мастеров, которые играют на кларнете. And then the other three works, one of them is called On the Shoulders of Giants. Один из них называется На плечах гигантов. And that one is dedicated to my parents. Я посвятил это произведение моим родителям. Specifically because I feel like I am incredibly lucky in my life, and I got to where I have by standing on the shoulders of the giants that are my parents. Потому что мне очень повезло с родителями, и я чувствую их плечо и поддержку. And so that piece paints in music a number of the kind of energy that they some of the jobs they did, like the work they did, like the energy that came from the work they did. И я почувствовал эту энергию, которая пришла от моих родителей, то, что они для меня делали. So, for example, the first section kind of paints the image of my dad working down the coal mines in Scotland. Первая секция — это о моем отце, который работал шахтерами. And then one of the other pieces is called Always Be True. Второе произведение — это «Будь всегда честным». And this piece was written for the hall that I write a lot of my music for in Edmonton, the concert hall. И это было написано для хора, для музыки, которую я исполняю в Эдмонтоне. And when they built the new concert organ, I wrote a piece in honor of the organ. И когда они сделали новый орган, я So that's a little bit of the pieces, yeah, that are going to be played tonight. Это то, что мы будем сегодня играть. Дорогие друзья, хочется вас предупредить сразу еще и о том, что в процессе исполнения своих произведений, между произведениями Алан Гилленд будет выходить на сцену и рассказывать о чем то или иное сочинение. Поэтому об этом мы с вами сегодня еще услышим. Это было только начало. Но если у вас нет еще вопросов, то я хотела бы, может быть, и вам это было бы интересно, спросить у Алана. Произведения каких жанров вам особенно интересны? Оперы, балеты, симфонии, концерты, пьесы? То есть какие жанры вы особенно любите в музыке? Oh, that's a great question. Хороший вопрос. Definitely orchestra at the very top. Однозначно оркестр. But I also love writing jazz, specifically for big band. I don't know if you call it big band here, jazz band, large jazz ensemble. Особенно мне нравится писать для больших групп, джазовых групп. Those are my two favorites. Мои самые любимые, два моих самых любимых. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы уже побывали на репетициях, когда разучились ваши произведения, познакомились с оркестром ульяновским, познакомились с дирижером? Я Зербила сегодня будет дирижировать с концертом. Какое у вас впечатление о нашем оркестре и дирижере? I'm very impressed with the orchestra. I spent three rehearsals with them. Мы три раза прорепетировали, и у меня впечатление очень хорошее. And they sound really wonderful, and I'm not saying that just because I'm here. They actually do sound incredible. На самом деле очень звучание у них прекрасное.
You should be very proud of your orchestra. I think it's a very... Мне кажется, вы должны гордиться своим оркестром. One thing that's especially great for me is that in Canada, the number of violinists, string players on stage, are less than in your orchestra. So you've got a bigger string section than I get to work with in Canada. So инструментальная секция в Канаде не такая обширная, как здесь. Yeah. So that's really great. And Victor, who's playing Dreaming of the Masters, who's playing clarinet, he's just a wonderful clarinet player. Виктор будет играть на кларнете сегодня, и я считаю, он очень хороший музыкант. And then Ilya and I have a really special bond, and he's really dedicated to making my music sound as good as it can, and I can't thank him enough for all his hard work. And Илья, я вообще не могу его, наверное, благодарить достаточно, что он сделал. У нас сложились очень хорошие отношения. Еще вопрос? Вопрос? Да. Алан, как бы вам хотелось, чтобы исполняли вашу музыку? Точно, как в симфонической музыке? Или это импровизация, как в джазе? Oh, that's a great question. That's a really good question. Отличный вопрос. I think my first love was jazz. My first love of music was jazz. Моя любовь — это джаз. And I think even in my orchestral music that's fully notated, there's still always a sense of jazz rhythm in the music. В музыке я постоянно чувствую ритм джаза. So, and I also try in a classical orchestra to have a few moments where the orchestra actually can improvise. Я пытаюсь импровизировать. So in the piece On the Shoulders of Giants, towards the end, there's a crazy section where half the orchestra is improvising and half the orchestra is playing a brass chorale. It's just a kind of a crazy moment in the piece. И когда мы играем произведение На плечах гигантов, мы и мы импровизируем. Так. Еще вопрос. Спасибо. Алан, нам известно, что вы приехали сюда не один, с семьей. Нам интересно, с кем вы приехали. И второй вопрос. Не холодно ли вам у нас в марте в Канаде? Какая погода? Так же, как у нас холодно, дует ветер или уже теплее? Yes, I came with my wife Krista and my daughter Kathleen. Я приехал с моей женой Кристой и дочерью Кэтлин. Yeah, I don't think I see them yet. I think they're still doing their hair and makeup. And the weather here is exactly like Edmonton. Exactly. Погода здесь такая, точно такая же, как в Эдмонтоне. Yeah, I left the kind of snow that you had 2 days ago. That's what I left Edmonton. Когда я уехал из Эдмонтона, столько же было снега, сколько здесь. So I apologize. I think I actually brought the snow with me. Я прошу прощения, кажется, я сам снег с собой привез. Спасибо, мама. Ну вот, мы наконец поняли, откуда у нас такая снежная буря появилась. Ну ничего, мы любим снег. Мы, русские люди, очень любим снег. Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Софья. У меня такой вопрос. Что вам нравится в России и хотели бы вы еще раз сюда приехать? I would love to come again. I'm really having a great time. I had a great time when I went to St. Petersburg 5 years ago, and I'm having such a wonderful time. Actually, Ilya and I are talking about what we're going to do next. You know? So I'm talking about actually maybe writing a piece specifically for your orchestra. Я очень люблю приезжать в Россию, и я... Я себе обсуждал уже, что мы будем дальше делать. Возможно, мы что-то напишем общее вместе. Дорогие ребята, у нас здесь совсем есть юные слушатели, есть постарше. Может быть, вы тоже что-то хотите спросить у Алана Гелилея? У вас есть уникальная возможность сегодня поговорить с канадским композитором, так что думайте. Ну, мне хотелось бы задать
вопрос, а попросить Алана Гельвленда пожелать что-нибудь музыкантам, которые только входят в музыку, начали учиться на каком-то инструменте, посещают музыкальную школу. То есть ваше пожелание юным музыкантам, тем, кто только входит в музыку. Anybody who's, so all the young people out here, how many of you are studying music? Молодые люди, кто из вас изучает музыку? All right, that's great. Good for you. Another one. So one of the things that I think is really, really important, even if you're not wanting to be a composer, is that all musicians should do some composition. Все музыканты, даже если они не хотят быть профессиональными музыкантами, композиторами, мне кажется, они должны пробовать писать музыку. And it doesn't matter what style you're writing it in, it doesn't matter what genre, so if you wanted to write pop music or rock and roll or jazz or classical music, just writing music makes you understand music so much better. Стиль музыки в этом случае не так важен. Пробуйте писать в любом стиле. Это поп-музыка, джаз, рок-музыка. Вопрос из зала. Добрый день. Евгений, у вас когда-нибудь были такие трудности, когда вы сомневались в том, что вы выбрали именно этот путь? Every day, каждый день. I think one of the things about being a musician is that it's all, every time you get on stage, it's a risk. And I think just pushing yourself all the time is what makes it worthwhile. I think if we only did what we thought was safe and what we knew was going to work, then we would never grow. And so just the fact that I'm always kind of taking the next challenge and never sitting back on the successes of before, I'm always kind of doubting myself. I mean, every time a new piece is played for the first time, I always think that's the time people are going to figure out I have no idea what I'm doing. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я рискую. Но когда рискуешь, это рождает нечто новое. И нужно себя заставлять делать, заставлять хорошим смыслом этого слова. И так только так будешь продвигаться вперед и писать хорошие произведения. Алан, мы знаем, что вы работаете в университете, вы много сочиняете, и у вас, наверное, совсем мало свободного времени. Но что вы предпочитаете делать в редкие минуты отдыха? Oh, I love watching movies. Я очень люблю смотреть фильмы. And I love film scores, like movie music. I love movie music. John Williams. Музыкант Джон Уильямс. Фильмы. Спасибо. Наше время подходит к концу. Еще есть подножка, да? Давайте поинтересуем. Есть еще вопрос? Вадим, пишете ли вы музыку для фильмов? No, I haven't yet. I've done a lot of music for theater, and I've written a couple of musicals and operas, but nothing for film. In my city, it's too small. There's no film scene. I'd have to move to Los Angeles or New York or something like that. Нет, еще ни фильмы не писал. Пишу в театр, в основном, и оперы. И что вы представляете, когда пишете музыку? Какие образы? Для того, чтобы писать для фильмов, нужно переехать в такие города, как Лос-Анджелес, крупные города. Эдмонтон очень маленький город. Что вы представляете, когда пишете музыку? Какие образы в голове рождаются? It's a great question. It depends on the piece and what I'm trying to do. But I usually have a very clear idea of the pieces I'm writing, and I often like it when there's a story, like on Shoulders of Giants, the ones I was talking about, where there's a story that's kind of driving the piece. I really like writing music that has a kind of a story that I can follow as I'm writing the music. Зависит от
количество произведений, но, как правило, у меня какой-то есть сюжет, и я стараюсь его следовать. Какая-то идея. But often for me, when I first am asked to write a piece, I kind of get a little spark of the original idea, and I kind of hear the piece. I had my harp concerto played in Detroit by the Detroit Symphony, and their conductor Leonard Slatkin is one of the great conductors in the world, and that was definitely a highlight for me. I got to go hear that. Одно из самых запоминающих это была игра в Детройте с композитором. Леннон Слакен. So that was a highlight, and I also had my music played at Carnegie Hall, which was also an amazing opportunity for me as well. Еще играли мою музыку в Карнеги Холл в Нью-Йорке. Дорогие ребята, может быть, вы еще о чем-то хотите спросить Алана, потому что, да, вот вижу, еще рука поднимается, потому что действительно это уникальная возможность поговорить с таким замечательным музыкантом. My name is Angel, and my question. Would you tell you about some interesting facts in your life? Interesting facts in my life, wow. Okay, interesting. Девушка спросила про интересные факты из жизни Эллы. Sorry. Oh, okay. Let me think of some interesting facts. I was born in Scotland. That's an interesting fact. Я родился в Шотландии. Это, я думаю, интересный факт сам по себе. I have two wonderful kids who are now growing up. У меня двое прекрасных детей. My son's a guitar player, so he went into music as I did. Мой сын играет на гитаре, он прекрасный музыкант. And my daughter went into anthropology. Антрополог. И моя дочь изучает антропологию. I think that's interesting. Я думаю, что это очень интересно. Вопрос к нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, сколько человек из вас знает английский язык, кто мог бы понять без перевода? Есть ли такие знатоки? Нет. Нет, есть. Вот я вижу, одна рука поднялась, и вопрос был задан по-английски, да, наверное, обратили внимание. То есть сейчас люди становятся ближе друг к другу. Мир огромный, а люди все равно друг друга понимают, в каком уголке планеты они не жили. И прежде чем мы вас с вами распрощаемся, наша концертная встреча подходит к концу, и вы отправитесь в зрительный зал, да? Мы предлагаем вам всем вместе сфотографироваться вот участником творческой школы «Мир детства» вместе с Аланом Гиллилендом. Это будет памятная фотография. Okay, thank you, everybody. Скажи спасибо. Сейчас ребята вот закончат. Сейчас они пустят.